Дорога в Синеморцо. Опять на ферму. Уже будем швартоваться. Нам предстоит хитрый маневр. Надо нам пройти под затопленным, над затопленным канатом, который держит линию от берега. Мы его специально притопили, чтобы на моторе можно было проходить. Сейчас мы это сделаем. Мы его должны пройти сейчас. Да, мы его прошли, не задели. Здорово. Вот наша маленькая бухточка, где мы паркуем лодку. Маруся ждет на берегу. Вот мы практически дома. Азамат, сейчас мы будем швартоваться. Подожди. Все, мы приехали. Вон туда, к дальней, к следующей стойке привязываем. Ага. Вот здесь швартуй, небольшой люфт оставляй. Здесь наши рыбки живут. И малечки, и девочки, и мальчики, и крупные, и маленькие. Сейчас они активно кушают, у них сейчас период роста, бурного роста, я бы сказал. Водичка почти 16 градусов, поднимается, для них полная лепота. Вот такие наши сегодня фермерские покатушки, друзья. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. И, конечно, приезжайте к нам в гости отведать легендарную уже Ачуевскую с распахом. Спасибо, хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока.